Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это World of Tanks. Подарил этой игре около 5 своих лет жизни. Ролики с World of Tanks будут иногда выходить на канале дядюшки Розе. Я давно не играл в танки, решил зайти, посмотреть, как обстоят дела. Ну, все по-прежнему, ничего не поменялось. Такие же турбосливы, все одинаково. Хоть я играл на RU сервере, теперь я играю на EU сервере. Ну, как бы World of Tanks — это классная игра, потому что тут все возрасты, начиная от, там, не знаю, 10 лет и заканчивая там 60 лет. И вот я решил поиграть во взводе. Я не ожидал, что наберется на целый ролик контента, но World of Tanks мне порадовал. То, что как бы новогодние праздники и онлайн неплохой в танках, то... Хоть и такое происходит, взрываются бомбы, мир катится по наклонной. Нужно немного от реальности отвлекаться, и я вам помогу. В данном ролике вы увидите негативного мужика, который все время бомбит, и у него ничего не получается, его все пробивают, он не может нанести урон. Вы увидите мужика, который не читает новости World of Tanks, и его автоматически перекинуло из RU сервера на EU, потому что он из Украины. Из-за того, что война сейчас идет в Украине. Lesta Studio, она хитро как бы это. И она решила разделить Украину и Россию. Потому что, ну, кто хочет остаться на RU сервере, тот остается. И кто хочет перейти на EU сервер. Но если ты не выбираешь, на каком регионе ты хочешь остаться, если ты из Украины, тебя автоматически переносит на EU сервер. Очень интересные диалоги, очень интересные моменты. То берите чаек, печеньки, приятного просмотра. О, да, супер. What? Yeah, a little bit English. Sorry. Oh, Great Britain, да, блядь? Ах ты, блин, паразит. Подожди. You from America. Подожди, ты шпаришь по-нормальному же, или нет? Суету, да, надо, блин. Правильно, я всегда с шапкой зимой хожу. What? Так, you cap. No. На каких катаешь? Бери. Ах, они, он просто мне в маску через дуло пробивает. Не ваши нахуй. Давай, нагибай их, братик, давай. Да меня выкинуло с игры. А, тебя выкинуло, я думаю, да, что ж такое? Пошел, тяжело так, слушай. Ты чисто на подстраховке, да? А что ты на ЕСТО нравится, да? Мимба. Европа нахуй, такая залива. Что такое? Что случилось? Там люди, вот я играл, мне автоматически перекинуло сюда. Играет намного лучше. А ты откуда? Я-то с Украины, но я играл всегда там. Мне автоматически на Европу перекинуло. Как это автоматически? Подожди, ты чё? А вот так это, вот эти 90 дней. Так, надо ж было ж это там в сентябре-то. Там 90 дней давалось, чтоб типа перейти на Европу. Мне авто, если не переходишь, тебя перекидывают на игру. Туда нахуй. Ну вот такие долбые играют, я в ваху. Тебе кажется. Ну, может. Не, все равно там процент побед больше. А, у тебя процент побед больше? Ну там я всю жизнь играл, там по-любому больше процент побед, чем здесь. Какие-то упоротые играют. Наверное. Короче, я так думаю, надо уходить из центра, потому что сейчас будет пизда тут.
О, живы там на горке, ты еще нужен будешь нам? Не-не-не, я сейчас откисну. Так, ты со пятого видишь? Mm-mm. Т-34, если подсветишь, вот тут, короче, я сюда перекатку могу, короче, работать. Блять, сука, с этим КД, блять, сейчас все перекаты катятся. Хорошо. Просто, ну, я не могу сказать. Это просто гениальный парень. Он знает, что он делает. Это устремление к цели. Едет и не видит преград. Он как бы объехал, но получил. Нет, чтоб в лоб поехать. Он смог, он дал плюшку, он дал. Нельзя скрывать ник. Да нет, не знаю, со скрытым ником просто меньше арта стреляет по тебе, если честно. Здорово, мужики. Здорово. Друзья сразу кинул, видно, малой. Ничего себе. Ты чё, на шестых любишь играть? Билли, это ты? Всем привет, меня зовут Билли. Билли с России. Короче, на каких уровнях будем играть? Не знаю. Ну, десятки есть у тебя? Политанки грохотали. Блять, он на меня смотрит, на меня смотрит. Хорош. Бля, пупку неправильно прошел. 60-ка, заходи вперед. Иди, нахера ты сдаешь назад? Иди вперед. Иди. На пиздец, блядь. Да нет, мне нравится просто он, блядь, с вертухи вот это чмо ебашит, и заебись, у него все проходит. Так у него калибры пробития там, ты чё? Да похую, я на ФВ стоишь два, блядь, ЕБР не пробиваю хэшем. Он говорит, броня не побрита. Ну, в дуло попало, значит. В дуло? В колесо, блядь. Ну, колесо. А, то есть, ну, в колесо попал, это для ФВ нормально, а Е3 должен пробить, да? Ну, что ты хочешь, танки с турбоускорителем, это нормально? 1500 урона за бой, вот это, блядь, скилл, нахуй, я ебу команда дауна. Да мне все пиздец как нравится, просто, ну, смотри, не умри. Езди прям долго, пиздец, так, чтобы аж до тошноты. Да, все. Сейчас я вспомню, как это делается, я не играл полгода, может. Ну, я тебе подсказываю, иди чай завари. А, окей, да, на базе остаться тут в кустах, да? Ты уже знаешь. Угу, хорошо. Окей. Все. Я так не делаю, он чутит на... Слушайте, вы все видеть должны, я не пойму. Бля, не попал, ну, сори. Я не понимаю, вы за кого играете там? Я не пойму, блин. Мразь. I need help. Срочно нужна помощь. Хорош.
Ебало, я понял, вот это игра, чувака, блядь. Вот это фармит. Угу. Я понял, блядь, эту игру. Да, игра хороша. Я пойду чай заебашу. Ну вам везет вообще, ребят, вам везет, вы такие. Две арты на ТТ. А, Прохоровка. Вот просто запах говна просто чувствую. Ой, хорош, хорош. А вот эта вот залупа мне на ББ, блядь, пробила, окей. Ебать, он мне фальшборд пробил ББхой. Угу. То? То тёп? Есть этот, ЕХПЗ. Як я стою под 30 градусов где-то, 25, и эта залупа мне фальшборд пробивает ББшкой. Угу. Бля, мантикора не отпускать, хорош, блядь, просто. Сейчас, сука, яга, готовь свое дрестало ебаное. На, сучара. Я ничего не хочу сказать, просто, ну, такое. Чего? У тебя карма, наверное, я не знаю. Ну, карты тупо не под тебя просто, вот, тупо, вот как-то... Буква Ю. Похую. Похую. Куда, направо, центр, куда бежать? Направо, центр? Я вот сюда поеду, я тут буду жить до конца боя. Или посвятить вам, я наверное, не знаю. Давайте посвечу. Ух ты ж там, вкусняшечки-то какие. И такие забегали, блядь, антотрины. Блядь, пизда ей. Ой, вкусно. Я его доберу сейчас. Я доберу, если не добьют. Пиздец, а не какого пробил, хера я его не вижу? Не пробил. А! Походу, мне остаться, да? А, я не попадаю никуда. Понял, принял вообще. Все, мне пизда, смотри. Братишка, мы за тебя отомстим. Да ты мог просто в кусте не стрелять, стоять. А, они убежали уже. А, с нулем. Короды компонента 45-те. Просто невероятный крутейший танк. Это корыто вот. Гриль хорош. Вообще, красиво, красиво, брать. Круто. Круто делаешь. Ничего сделать не можешь. Жесть, хорош. Но ты не сдохни хоть. Yeah.